Im Ural, 2 Flugstunden von Moskau entfernt, liegt das Dorf Kutschino. Hier befindet sich die einzige Gulag-Gedenkstätte Russlands, die auf dem Gelände eines authentischen Lagers aufgebaut wurde. Perm 36. Das Lager eröffnete 1946 und wurde später zu einer Strafkolonie für politische Gefangene umgebaut. 1994, einige Jahre nach der Freilassung der letzten politischen Gefangenen der Sowjetunion, wurde die Gedenkstätte für die Geschichte politischer Verfolgung Perm 36 von ehemaligen Häftlingen und kritischen Historikern und Historikerinnen aus dem Umfeld der Nichtregierungsorganisation Memorial aufgebaut. 2012. Mit zunehmend autoritärem Klima in Russland wurden die Gedenkstättenleiter Tatjana Kursina und Viktor Schmyrow plötzlich mit einer Masse von Vorwürfen konfrontiert, die sie zur Aufgabe der Gedenkstätte zwangen. Viele Beobachter hielten diesen Vorgang, der von einer massiven Medienkampagne begleitet wurde, für politisch motiviert. Es ging wohl um die Macht über die Interpretation von Geschichte. Seit 2014 ist Perm 36 nun verstaatlicht und ideologisch neu ausgerichtet worden. Wir fragen Beteiligte aus dem Umfeld von Perm 36, welche Bedeutung die Gedenkstätte, als sie noch unabhängig war, für die russische Gesellschaft hatte. Нельзя захлопнуть просто на предыдущей стадии дверь и не заглядывать в прошлую историю, потому что таким образом мы не сможем излечиться. Необходима очень серьезная работа, очень честный разговор на эту тему, без подтасовок, без эмоций. Есть документ, еще документ, если они противоречат друг другу, историки осмысляют и обязательно предлагают нации познакомиться с этими документами, понять, насколько тяжело мы были больны, и лекарство от этой болезни, от тяжеленной болезни, тяжелейшей, оно может быть только горьким. Robert Latipov von Memorial Perm führte vor der Verstaatlichung der Gedenkstätte jeden Sommer dort Workcamps für Freiwillige durch. Здесь мы убираем сорные кустарники, деревья, потому что волонтеры готовили площадку для такого проекта под названием «Лес памяти». Где-то приблизительно через эти волонтерские смены где-то прошло более 2000 человек. Там ребята жили 2 недели. Мы все время эту зону видели, мы в этой зоне работали. Там нельзя было не говорить об этом. Там нельзя было не размышлять об этом. У людей открывались какие-то глаза на что-то очень важное, о том, на что раньше, наверное, не задумывались. Mm-hmm. Да, я знаю, что часть волонтеров впоследствии стали гражданскими активистами. Я горжусь этим. Наши лагеря, которые мы с коллегами готовили и проводили, они сформировали помогли сформировать некоторую группу молодых людей, которые стали вот иными. Für den langjährigen Gedenkstättenleiter und Mann von Tatjana Kursina, Viktor Schmyrow, war das Bürgerforum Pilorama eins der wichtigsten Projekte von Perm 36, weil es die Geschichte mit der Gegenwart verknüpfte. Pilorama zog mit Konzerten bekannter oppositioneller Musiker und Musikerinnen und regimekritischen Diskussionen jährlich bis zu 15.000 Besucher und Besucherinnen aus dem In- und Ausland an. 2013 wurde es verboten. Что сыграло, в общем-то, достаточно важную роль в развитии музея и в конце, и в его трагедии, это был форум Пилорама. Вот форум Пилорама был для нас абсолютно естественно органичен. Это было вот мы давно занимались разными просветительскими проектами, привлекали музыкантов, художников там, а потом мы стали собирать их все в одно место в одно время. То есть мы позволили, мы создали действительно такую территорию свободы, которая оказалась недопустимой для нашей страны. Что такое гражданское общество? Это общество граждан, то есть людей, обладающих гражданской, чувством гражданской ответственности.
Вот и все. Поэтому, когда нас упрекают в том, что мы чьи-то заказы выполняем, это неправда. Это заказы нашей совести. Мы здесь живем, и мы хотим, чтобы хотим жить в цивилизованной стране. Вот и все. Вот и гражданское общество. И мы по закону этой страны вправе быть хозяевами здесь. Нет, кроме нас хозяев. Путин не хозяин. Путин на очень высоко оплачиваемой должности. И на этой должности он должен нам служить. Спасибо. Пилорама и подобные проекты, очень редкие проекты, они действительно были крайне важны и остаются важны, потому что они как раз разбивают любую изоляцию. Они позволяют коммуницировать людям очень разных взглядов, разных идеологий, вообще разных людей. Оказывается, что разные люди могут жить в этой разной стране. Robert Latipov und andere Aktive aus dem Umfeld von Perm 36 haben nach dem Verbot von Pilorama 2015 ein neues Bürgerforum gegründet. Es heißt Nach Pilorama – Brücken in die Zukunft und bietet Permer Bürgerinnen und Bürgern in alter Tradition, aber nun etwas kleiner, gesellschaftskritische Konzerte, Kunst, Stadtführungen und Diskussionen an. Motto: Vergangenheitsbewältigung als Grundlage für eine demokratische Entwicklung heute. Der Moskauer Historiker Nikita Sakharov ist als Experte zu einer Diskussion über Erinnerungskultur eingeladen. Очевидным образом для той формы исторической памяти, которую наша нынешняя власть хотела бы внедрить в головы наших сограждан, Перм-36 – самый неподходящий объект. Он памятует преступления государства. У нас же сейчас идет уже, на самом деле историки замечают это давно, это происходит уже 10 лет, широкая публика замечает это недавно, идет возврат к очень архаической, свойственной имперской традиции, схеме образа истории, в которой власть есть единственный деятель и единственный благотворитель страны. Мы имеем ту историческую оптику, в которой Сталин неизбежно становится героем. Если наше светлое будущее связано с административно интегрированной вертикальной властью, в которой нет демократии и нет свобод, то Сталин в ней становится героем. Это единственный способ действия, такой вот мобилизации репрессивного типа. Это вопрос поправления. Это очень быстро меняется, это очень текучие все настроения. Ну, да, дайте обществу, как-то историкам поговорить на первых каналах, и через 5 лет люди заговорят совершенно иначе, иначе будут отвечать на эти вопросы. Wie geht es weiter? Die neue Leiterin der nun staatlichen Gulag-Gedenkstätte hat als Berater nun linientreue Geschichtsprofessoren, ehemalige Lageraufseher und das Permakulturministerium hinzugezogen. Nun stehen nicht mehr die politischen Gefangenen im Mittelpunkt, sondern der Beitrag der Häftlinge zum Aufbau des Sozialismus und das Strafvollzugssystem als solches. Besucher können nun dort Wächteruniformen und Häftlingskleidung ausleihen und Rollenspiele spielen. Robert und seine Kollegen und Freunde machen nun ihre Sommerworkshops an einem anderen Ort. Auf dem Gelände des ehemaligen Gulag-Lagers Stvor in der Taiga, das nur per Fluss zu erreichen ist, bauen sie ein Museum ohne Guide auf. Es wird vor allem von den zahlreichen Bootstouristen besucht. Я еще ни разу не видел чудаков, которые приходили на створ, да, и которые говорили, да, все это ерунда, отличный лагерь был, да и правильно надо было здесь сажать, да и правильно, что они... Ни разу. Ну, просто вот такого уродства в человеке, ну, встретить очень сложно, потому что когда он приходит, ну, он видит, да, он, в принципе, ну, если не глупый, ну, нормальный, то есть он примерно начинает что-то понимать. Но дело-то в том, что вот таких мест памяти, таких музеев без гида, ну, их ведь нет по стране. Я понимаю, если бы
таких мест памяти было бы больше в стране, может быть, ситуация в стране была бы другой.